Вы же маленькой снимались вместе с Ольгой, сестрой в печке-лавочке у отца, да? Да, да. Вы запомнили, какое-то ощущение у вас осталось от съемок, съемочная площадка, атмосфера вокруг? Я запомнила очень живо. В моем сознании стоит вот эта картинка, когда огромный темный павильон, и посредине этого павильона такая вот точка, светлая точка, это декорация. И вот выглядываешь за стены этой декорации, а там темно-темно, и не хочется туда, и ты обратно ныряешь.